Дай мне еще 5 дней! Я не уверена, что мы справимся с уборкой зимы в этом году. У нас это займет несколько недель. Я не знаю, что произошло. Я рассчитала и спланировала абсолютно все. Нам следует уложиться в срок с уборкой зимы. Возможно, в твоих расчетах ошибка. Но ты только взгляни, что нам нужно убрать до завтрашнего дня. К тому же пони сильно утомились от работы. Я не могу справиться с уборкой снега. Я обезвожена. Погодите секунду, снег же это вода. Вкуснотища-то какая. Прошу прощения, не могли бы ли вы дать мне немножко снега вашего? Знаете что, забудьте, что я говорил. Я не понимаю, где я сделала что-то не так. Я же всегда права, я просто не понимаю, что происходит. У нас нет времени паниковать. Ты что, только что шлепнула принцессу? Да, и сделаю это снова. Все, что нам нужно сделать, это сосредоточиться на уборке зимы в срок. Мы должны что-то предпринять. Нет ли у тебя какого-нибудь причудливого заклинания? Ты права, Эпплджек. Я пойду в библиотеку и поищу заклинание, которое бы могло нам помочь. А ты оставайся здесь за меня и заставляй Паняш работать быстрее. Одним часом позже. Эпплджек, я, кажется, нашла то, что нам может помочь. Это книга «Заклинание погоды». Тут говорится о мистической силе, которая позволяет управлять льдом и снегом в месте под названием Эрендейл. Твайлайт, у нас нет времени на это. Как ты собираешься отправиться туда, затем вернуться обратно во времени, завершить уборку зимы? Моих умений недостаточно для этого, но я, кажется, знаю того, кто сможет... Пинки? Я уже обо всем позаботилась, Твайлайт. Пинки, как ты смогла это сделать так быстро? Ну, в общем, я каталась на лыжах и услышала, как вы с Эпплджек болтали о Эрендейл. И я вспомнила, как я добиралась туда несколько недель за шоколадом. И должна вам сказать, шоколад был просто бесподобный. Пинки, может быть, ты откроешь мешок? Глупая я, сейчас все будет. Сюрприз! Добро пожаловать в Понивиль! Как ты посмела похищать повелителя Эрендейла? Ты даже себе не представляешь! Погоди секунду, ты что, лошадь? На самом деле, я пони, если быть точным! Я глубоко сожалею! Простите нас, мы тут пытаемся закончить уборку зимы, и нам интересно, не могли бы вы нам помочь? Мы наслышаны о ваших способностях управлять льдом и снегом. Эй, какого вы тут делаете? Используйте магию, да? А у нас же традиция! Уборка зимы? Как это понять, уборка зимы? На пороге весны мы должны очистить почву от снега, посадить семена, разбудить животных и так далее. Но так или иначе, мы выбились из графика и ожидаем от вас поддержки. Что вы хотите от меня? Все, чем мы можем отплатить вам, это. Как это очаровательно! Конечно, я помогаю людям, или как в данном случае, говорящим магическим пони. То есть, вы готовы использовать свою силу для того, чтобы убрать снег? Ну конечно я могу, просто дайте мне использовать мою силу здесь, и проблемы со снегом останутся в прошлом. Ну, пока не придет новая зима. You'll have to know, when nature sleeps, she dreams, there is love. А говорят, что я все порчу. Что произошло?
Ах, да, я забыла про эмоции. Мои силы подчинены эмоциям. Когда я напугана или окружена страхом, мои силы меня покидают. И наоборот, когда я счастлива и окружена тем, что я люблю, смогу управлять моей силой. Как ты можешь быть окружена страхом? Я имею в виду, ты же в Понивилле. Ты должна улыбаться и быть счастлива. Мы можем заставить тебя улыбаться. Пинки? Да шучу я. Ну, в принципе, я бы была счастлива, если бы меня не похитили разноцветные пони и не тащили бы в мешке в неизвестном направлении, и затем расспрашивали о моих силах, чтобы закончить уборку зимы. Она вежливая. Скажите нам, что вы любите? Может быть, мы могли бы вам это дать, чтобы вы помогли нам? Раньше моя сестра помогала управлять моими силами, показывая мне, что любовь гораздо сильнее страха. Такое, в принципе, возможно, но как нам твою сестру сюда... Готово! Погоди, Пинки... Неважно. Ну, наконец-то. Там пахнет Кристофом. Эльза, удивлена ли ты так же, как и я? Где это мы? Мы в Понивилле. И я пытаюсь помочь этим маленьким лошадкам убрать зиму. Постой. Понивилль? Эльза, это же пони. Вы такие милые, и цветные, и хорошенькие. Это как Старбёрст, но с ногами. Идите же сюда, я вас обниму. Эй, ты в шляпе, иди сюда, я тебя обниму. А ну иди сюда. Я припоминаю, как Рапунцель рассказывала мне об этом месте, и как вы помогли сохранить подарок на мой день рождения. И исходя из этого, я могу сказать, что убрать зиму — это самое наименьшее, что мы можем сделать. Раньше твоя любовь помогала мне управлять моей силой, и я надеюсь, что ты поможешь мне. Так как мы это сделаем? Это элементарно. Когда мама пони и папа пони очень сильно любят друг друга... Не продолжай, Пинки! У меня есть идея получше. Эльза? After the rain, the sun will reappear. There is a light. After the pain, the joy will still be here. There is a light. For it's out of the darkness that we learn to see, and out of the silence that songs come to be. Отблагодарим же синюю женщину, которая помогла нам убрать зиму троекратным ура! Гип-гип! 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 Спасибо вам огромное, принцесса. Мы очень сильно ценим то, что вы очистили землю от снега для нас. Да вы тут все с ума посходили! Вы нарушили традицию! На самом деле, я королева. Какая смешная шутка, Эльза. Королева она. Нас не купишь. Никакая это не шутка. Я на самом деле королева, видишь? То есть все, что говорила мне принцесса Селестия о королевах, о том, что все они злые, была ложь? Твайлайт, а тебе не кажется, что принцесса Селестия прячется где-то среди нас? Окей, ну что ж, пони, было мило повстречать вас и помочь вам с уборкой снега. Нам бы теперь как-нибудь домой добраться. Позвольте, я вам помогу. Давайте-ка посмотрим. Нет? Не-а.
Не. Это точно не то. А, так вот же оно. Спасибо за помощь, мы вас ценим, пока. Да что сейчас происходит? Вам, ребят, нужно когда-нибудь туда наведаться. Я имею в виду, взгляните на мой сувенир. Привет всем, я Олаф, и я люблю теплые обнимашки. О мой бог, это же маленький малыш и дедорог. О, я и нравлюсь.